блять, ё-моё! Что там? How wonderfully useful you are. You remove those who would supersede me in rank. You find pieces of the prophecy disc, saving me the effort. If you weren't my enemy, I would take you for my friend. Our aims must not be so different for all the help you give me. Не получить урона. Так, окей. Потанцуем, господа! Ага, понятно. Тихо, он же это, блин, точно. Слишком я рано, знаете. Да! Ничего себе! Не получить урона с таким-то врагом! И как? Простите. Все, готовенькое ждет вас. Пристраивайтесь, господа, я готова. Так, ну что же. Так, стоп. О, у нас же есть кнут, ё-моё. Иди сюда, ублюдок. А, ну. Так, теперь пробил. Там просто вовремя надо нажимать, да и всё. Теперь Опа! Почему так? Много несет, сволочь. А, надо ударять, наверное. Все понятно. Тихо. Давайте сразу их всех перебьем, чтобы... Как, слушайте? Классно-то. Они ждут, пока я перебью. Да не того! Вот этого надо. А, нет, так не пройдет фокус. Ну ладно, просто так давайте. Хватить его. Ай, пойди-ка не убьем. Они его убили. Две минуты, сбежим. Так, пещера рушится, пора бежать. Ну, хорошая мысль, убегаем. Мне это напоминает, знаете, на что сейчас скажу? Как же этот... На Индиану Джонса! Когда вот он в последний раз бежал, то же самое. Фу, ну точно Индиана Джонс! Один в один. И камни есть. Вперед. Давай, Велина! Главное не умереть. Что-то вот тут уже пахнет концовкой. Или мне так кажется. Так, вперед. О, тихо, все рушится. А, В плюс пробел. Опа! И кнут есть. Ну точно Индиана Джонс какой-то. Чем? Маман? Ты ли это? Эвелин, мама? It can't be. I left you in Madeline's protection for your own safety. You and my heart. What cruel destiny brings you now? And carrying the blade of the enemy? Don't tell me. I thought you were dead. Please understand. They would have killed me, taken my heart. I never wanted to leave you. Is that it? Has Agathe sent you here to kill me? Please tell me you do not hate me so much. I would not have left. Kill you? No, I came here on my own. Evelyn. The disc can never fall into Agathe's hands. If it did, everything I've been working to find and protect since leaving Nouvelle-Orléans would be destroyed. How do you know him? And why are you so afraid? Long ago. No. I'm sorry, Evelyn. I hope you can forgive me someday. Мама! Что? Ну она хотя бы рассказала что-нибудь. В чем проблема-то? Надеюсь, сможешь простить. Ну а так, а в чем проблема? Чего ты не рассказал, в чем проблема и так далее? Почему нельзя эти диски складывать вместе? Что?
Теперь, когда Дефюрер мертв, а рабывка свободна, Эвелина возвращается в Новый Орлеан. Там она обнаружит, что город сильно изменился, ее отъезд. Однако личность представителя до сих пор остается загадкой. Ну как так-то? Она старая женщина, она не могла сбежать. Как так? 1771. Так, вроде батя-то должен был уже умереть, не? Или в 79-м он умирает? Что-то я не помню. Надо будет потом посмотреть. Авлин! Gerald! You look as though you've seen a ghost. I left Chichen Itza the moment it was secure. Then you were successful. De Ferrer will no longer trouble us. But there is more to this story. Always. Так, ну что ж случилось? I have much to tell you as well. The Spanish are sympathetic to our aims now. New laws may ease your efforts to help the slaves. Только не говорите, что женщин теперь нельзя будет выходить. With you back, it feels like home again. I'm afraid I must now spoil your homecoming with business. There has been strange activity. Men in Spanish uniforms raising havoc in the bayou. Still? I thought you said Spanish interests are now aligned with ours. That's what makes it so strange. Are they secretly working for? That's what we need to find out. I have one need. An informant has seen a man bribing soldiers in town. For whom? I'll investigate. Да, сколько лет прошло, ничего не изменилось. Авин, aren't you forgetting something? Хоть бы ремонт сделал, мужик. Please, Gerald. Now is not the time. Well, I merely meant to give you. Thank you. Yeah. It's been too long. Так, отлично. В лавке портного доступны новые предметы. О, новые платья. Давайте посмотрим. Почему бы и нет? У нас 17 тысяч. Куда нам вообще такие деньги? В четвертом ассасине-то мы спокойненько бы их потратили, с легкостью. Просто на корабль все. И все. А тут. Хрен поймешь. Так, вот это что такое? Новая какая-то хрень. Вот тут вот. Не могу понять. Вот этот мужик. Что? Найти вербовщика. Мужик. Отвернись, пожалуйста, я тут красть как бы собираюсь. Видимо, он не хочет об. Не смог. Поди-ка, вот брошь-то мы и не можем получить. Там у него брошь. Да-да-да, по любасу. Видите, какой знак? Так, листовки. Листовочки-то мы можем спокойненько потереть. Нам нужно, во-первых, это оружие купить новенькое. Мне кажется, вот полюбас что-нибудь завезли, правильно? И платьишко. Так, малое оружие. Ух ты. 16 тысяч? Вы не оборзели, господа? За такое-то. Ладно. 31 тысячу! Ой, господи. Обсидиановый топор. Маквайтль. Что это такое? Я офигеваю. Просто офигеваю. Офицерская шпага 31 тысячу. Капец. Вот если бы тут была бензопила и за него 60 тысяч, тогда, может, еще поговорили бы. Ну, ё-моё. Что такое-то? Так, пистолеты. Нам бы, знаешь, те что? Так, двойные пистолеты 20 тысяч. Карманный, двухствольный. Паппербокс. Да, 4 ствола. Боеприпасы. Нам бы как-нибудь дротики бы больше
Установка совершена. Дротиков бы увеличить как-нибудь, но я думаю, что нельзя. В этом-то самая проблема. Теперь я понял, куда девать деньги. А то чё это я волновался, да? Куда же их потратить? Теперь все ясно. Ой-ой-ой, как кричат-то. Смотрим. Что им... Да, полюбас, что им появилось. Так. Улучшить... А, во-во-во-во-во-во. Улучшить комплекты, точно. Одежда. Угу. Ничего новенького. Что, рабы не может чем-нибудь? Не, ни хрена. Значит так, система торговли. Чё-то я подзабыл вот это все. Кстати, мы должны были получить деньги же, правильно? Доступен новый порт. Тут пираты. Корабли у пристани. А где корабли-то? Пробел в список кораблей. Гавана. Корабль покупка, корабль продажа. Отправить корабль. Ну-ка. Ага, мы можем еще кораблик купить. Скорость, место в трюме. Галеон берем, да. Так. Товары покупка. Пустое мясо, нафиг. Давайте на самый крутой порт. Сейчас. Корабль, товары, покупка, табак. А это в каком городе? Не-не-не. Не в таком нам нужно. Нам нужно... Так. Почему тут нет, как бы сказать-то, курсора нормального? Видите, я не вижу курсора. Вот в чем проблема-то. Как мне его увидеть? Ни хрена не вижу. Я с Севильи не могу даже туда. А, во как! Ё-моё, а, ну что это такое? Так, корабли у пристани, ничего нет. Ну ладно. Гавана, зато тут у нас есть кораблики. Аякс, Юпитер, товар, покупка. У нас так мало денег уже. Не-не-не-не, что-то я не хочу пока что. Табак, давайте вот столько, 1200, так, и выберем другой. Так, товары. Так, это мы купили. А, отправить. Корабль. На Севилью. Так, доход 3000, время 34 минут, штурм 30, пираты, ураган. Вперед. Ну что, вперед! Зато вместо 1000 мы 3000. Все умножается на 3. Другое дело. Так, дымовые бомбы нахрен нам не нужны. Нам нужно именно быстрый яд. Да, хочу купить. Средний комплект 7500. Это надо было брать. Так, и сколько у нас уже? Поди-ка 10 будет. Ну-ка. Да, 10. Я прав. Ну, пока что мы кнут будем использовать. Ладно, вперед найти вербовщика. Ну, простите. По сути, мы самого главного врага-то убили. Но что-то у меня подозрение есть, что, во-первых, самый главный враг не тот был, ну, которого мы убили, да, там еще артефакт был. По-моему, это не он. Во-первых, или наша мать главный враг, все-таки придется ее убить, либо это вот этот наш наставник. Либо он. Одно из двух. Больше не дано. Или мы его убьем, а потом в секретной концовке, если всех убить, тогда мы ее будем убивать. Но это мои предположения. То есть не факт, что так.
Вербовщик, где ты наш, дорогой? Ага, вон он. Цель слишком далеко. Вперед, 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 прыгай, все равно. Нам главное быстренько так. За ним уже следовать. Так. Ну так-то он не запалит. Не, не. Савелина, конечно, сама не выйдет. Ну вот на кого этот вендетта наш смотрит? Свистнуть? Я могу свистнуть, конечно. Я вообще могу Q нажать. Его кнутиком подозвать, так сказать. Но нафиг надо. Курочки. Черт, ну шо ж ты, Авелин, ты за курочками-то не бежишь. Ты же любишь за курями-то побегать. Тихо. Спокойно. Простите, не так спряталась. Это моя вина. Я плохая Авелина, накажите меня. Сейчас нормально спрячемся. Во-во-во, точно. Хрен запалишь. Так, тихо, тихо, тихо. Мои дорогие девчушки. Ну вот это вообще какой-то мужик, посмотрите. Борода есть. Ё-моё. Что там упирает, смотрите. Пиво, инструмент какие-то. Подозреваемый. Тихо, тихо, тихо. Ладно, чтоб не обнаружил. Можем... По сути, вот так вот на крышу забраться. Почему бы и нет? Так, что, оглядываешься? Блин, мы его можем одним ударом просто убить. Нафиг. Высматривается. Или ядом, допустим, его. И все. Но нет. Нам надо именно проследить. Сейчас оглядываться будет плюбас. Но нет. As you can see, my employer is prepared to be very generous. So it seems. Then you will join our cause? Si. Stop her! Куда ж ты подошла-то, ё-моё? Так, срывайте это, блин, понятно. Так, поймать, поймать, нам самое главное. Господи, зачем я начал их-то мочить? Он что, еще стреляет? Дурас, это кто? Не, поймать-то мы его любас сможем, потому что у нас кнут. Есть. Вот мне интересно, прыжки тут что-нибудь дают? По-моему, наоборот, даже дольше бежим. Так, остановился он слегка. Тут же ускорил темп. Ну, по скрипту все работает, я вижу. Что, нет, что ли? Ни хрена себе. Крепость какая. Да, это по скрипту все было. Вот это крепость. Ограбьте жрецов Вуду, чтобы получить особую куклу Вуду. А где он? Это вот это вот... С Вуду? Нет, не он. А, вот он. Да, не-не-не-не-не-не, ты ничего не видел, мужик. Найдена кукла Вуду. И что с ней делать, простите? Так, незаметно найдите вербовщика. Ага, мы... Понял, как мы... Через верх пошли, да? Всегда есть обход, вот всегда. Так, а это кто такой? Негр, что ли? Нафиг он нам нужен? Тихо, 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 тихо. Не пали меня. Не пали контуру. Нам нужен яд.
Сразу нас запаливают, но у нас есть кьюшка. Так, отлично. Туда там... Блин, да чё ж нам так? Надо было побольше яду всё-таки купить. Так. О, нифига себе, уже Юпитер-то, оказывается, достиг. Мы 3000, по сути, должны были получить, да? Да, мы и вправду получили, смотрите. Уже 4200, или так и было. Что-то я не помню. Однако... Вперед, давай, Авелинка! Подорвите бочку. Ну, ё-моё. Все просрали. Забрать вещи. Ничего себе вас там! Ребяток-то! Чё думаете мы... Да. Каким надо было дураком быть, что... Как будто мы сможем скрытно как-то вот уйти отсюда. Так, еще какой-то лист. Вроде пока нас не видит. Мужик, ты ничего не видел? Да, продолжаю стоять. Кнут, бомбы. А, кстати, а почему у нас пистолета нет? Мы все уже заменили. Так, пока ничего никто не видит. Надо быстро, быстро вещи забирать. Или поди-ка там. А, видите, как уже собралась бригада. Тогда яд берсерка. Так, давай-ка пошуми немного. Мой друг. Так, отлично. Ждем, 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 пока они переколбасят друг друга. Последний яд. Ладно, отменить. Хотя нет, 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 нам надо еще немножко времени. Так, а мы пока... А, тут больше ничего оружия такого и нету. Вот чем проблема. Вот. Сможем мы вот этого притянуть? Мы прям, знаете, как кто? Ничего себе, мы его просто удушили. Обалдеть. Нифига себе. Так. Хорошо-то как пошел, смотрите. Куда, куда? Окей. Так, ты остался, мой друг. А, так значит. Ну уж нет. В прошлый раз... Падла. Нет, тут надо... Падайте уже, ублюдки! Ладно, я тогда упаду. Тихо, 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 тихо. Я не хочу умирать. Понимаете, в чем прикол-то? Так, понятно. Вот как надо, ага. Типа, what? Что за говно? Ага, не смог я. Да! Это называется, как не надо проходить Assassin's Creed. Ну давай, ударяй, смотрите, какой наглый. Не так, не так, не так, не так, ну шо ж я... Умирай, умирай. Не-не-не-не-не, ребята. А чего? А, ну и что, я не могу обыскать? В чем проблема? Так, сейчас мы его тупшим. Так, минус один.
Тихо, ну... Все, ну что ж такое-то, блин? Офигеть, вот так не надо проходить эту миссию, по-другому лучше. По-другому. Покиньте область. Да, действительно, мне кажется, стоит покинуть ее. Смотрите, как живой. Живой, но не живой. Ну тут хотя бы побольше денег. Порох, пули. Ну, вообще можно не отпускать Е. Смотрите, как она шарится хорошо. Знает свое дело. Так, мужик, а ты что? Ты тоже это, давай-ка, к друзьям своим присоединяйся. Что такое? Как будто как рыжий. Все, теперь можно уйти. Не смогла, офигеть. Она не смогла просто вот забраться. Ну почему? Ну, Авелина, блин. Придется как раньше, так и... Так, пойдем, хорошо. Ну, тут вот дополнительные задания, типа инкогнито будьте и еще не дать себя разоблачить. Ну как? Как? Я не понимаю. Еще никого не убив, что ли? Что такое? Это было такое заданица. Я не понимаю, как это можно вообще выполнить. Так, обходим это все стороной. Причем везде есть обход. Да. Какие-то строительные леса вот здесь. Не должно быть их. Сеньор, perhaps you underestimate the vast, winding expanse of the bayou. I will repeat. I need enough men to control all of it. Recruit the entire Spanish army if you must. Yours in absolute discretion. Vasquez. Vasquez? De Ferrer mentioned him in Chichen Itza. Is he the company man? I must warn Agate and the smugglers. Так, ну хорошо. Мы сейчас телепортируемся или как? Или что? Нет? Окей. Так, а тут что у нас? А, во, задание-то появилось. Что это такое? Человек пропал, помогите, рука помощи. Нифига себе. Угу. А какой человек? Найти пропавшего раба. Ну, видимо, нам какие-то условия не сказали. То есть, где последний раз его видели. Ну, Авелин, ты это прочитала, но нам просто написали. Типа, пропал человек. Чаруйте нужных мужчин. Да, особенно вот такой-то мы точно чаруем. Так, мертвый. Че, все что ли? Он умер. Так, где-то тут. Кто ж его убил-то, а? Сзади. Воспоминания. Дело о найти подозреваемых. Ну слушайте, это круто, что тут. Есть какие-то такие дополнительные миссии. Так. Дальше ищем. Нужных мужчин, блин. А вот здесь, может? Ага. Почему именно он? Непонятно. Окей. Что-то все высматривать. Давай, мужик, уже быстрее иди. Нету слежки. Все нормально. Только почему реально раба-то убили, непонятно. Поди-ка, может, он...
Смотрите, а, наблюдает собака, по его ногам вижу. Да? Конечно. Можем за... А, тут окошко нет. Не, наверх не будем забираться, потому что там эти солдаты. Нафиг нам это надо, да? Так. Угу, конечно, наблюдает. Все-таки запалил. Вперед. Что ж ты скрываешь-то, а, подлюга? Это круто, конечно. Кто его убил-то? Так, а, там задание, там взять. Да, прикол. Стреляй где-то отсюда. Найти стрелка. Следовать по подсказкам. Погодите, а там что? А, там это. Страница дневника. Нет, это точно не они стреляли, не стражи. Спокуха, спокуха, мне просто надо тут пройти и все. Опа. Угу. Ну без орлиного зрения просто вот эти следы как увидеть, я не понимаю. Так. Не вижу ничего. Ага, вот они, следки. Такая музыка еще. Ну, тут классная фишка. Вот наблюдать, следить. Прям какой-то лануар. Ну, реально. Никого не вижу. А, вот следы. Блин, охранник еще. Давай, только не туда, не надо падать. А, молодец, сюда упади. То начали бы там орать, следить за... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сзади. А, понятно, это по скрипту был, я думал, что за бредятина? Ну все, мужик. Тихо, она. Так, как нам его? Может, допросить сначала? А, так. Тут автоматически допросится, когда мы его убьем, да. Блин, может скрыться, может, чую жопой. Так, почти что. На волоске давай! Все. Когда очистишь Новый Орлеан, отправляйся в Дельту. Место сбора будет заброшен сад. Второй свидетель у нас. Если хочешь сама его допросить, поторопись. Нужно избавиться от всего, что может выдать наш план. Опа. Ну что, письмо именно мне, что ли, было? Вот какие, а? Так, а вот это что? Так, найти убить конкурента. Мадемуазель Авлин, conspiracy is afoot at the docks. What now? Муха в ухо говорит. With full support of the government, the Mughal shipwright Salmo fixes impossibly high prices for ships and repairs. Good thing I don't work for the government. Please, find him at the docks and introduce him to a higher law. Угу, понял. Найти и убить конкурента. Слушай, да классное тут задание. Не, реально. Сначала, конечно, я говорил, типа,
Слишком уж тут много как-то расследований. Но где-то действительно так. Экшена маловато. Я вот такой полусонный. Не, реально. Так. Ну и где ж наш этот? Ну, конечно, у него стражи есть. Что-нибудь... Убейте цель под личиной госпожи. Под личиной госпожи? Ну, ладно. Ну, а как я тогда под личиной госпожи убью? А, вон, там было. Ну, конечно. А, там же были обозначения. Для кого? Задание, точняк. Точняк. Или мы можем, в принципе, его и так убить, но... Тогда как бы мы... Нет, не добежим. Нет. А как мы добежим? Ну, что я делаю? Забрать вещи с трупа. Погодите. Меня уже подозревают. В общем, госпожу-то бы никто не подозревал. Так, ну вот так вот делаем, да и все. От свидетелей избавляемся. Ну и этого тоже, конечно же. Все, только за нами теперь... Так сказать, следят больше, так что срываем вот эти плакатики. Так, мы по сути выполнили вот эти вот квесты. А где же настоящие? Ну, основное задание имеется в виду. Да, тут дофига заданий. Вот что это за задание, ну-ка. Конкуренты. И все? А где основная линия-то? Я ее потерял. Я видел ее, что надо было... А, вот, отправляйтесь в Дельту. Ну, давайте, ладно, в Дельту. Потом уж немного повыполняем, конечно, такие задания. Ну, это так... именно бонусные. Если бы, конечно, сделали... Как вот Freedom Cry. То есть, чтобы начать задание, нужно парочку дополнительных выполнить. Вот это клево было бы. Там еще какие-то человечки, ну-ка. И чё же? Чё же это обозначает? Команда корабля. Ну-ка. Начать... Избить торговца и забрать документы на корабль. А, это же тот, блин! Чу! Но! Мои траблы! Мои боли! Мои страдания! It all starts with Joe. Come on, man. Have some self-respect. What's the trouble now? My ship gone. Money gone. Wife? I never even had a wife. And this man, he says, "Oh, Capitan, I am so poor. I am so generous. I lend him money. He buys a ship. He becomes rich." Now I go to him. I say, "Oh, Capitan, I am so poor." And he refuses to pay me back! Quit your crying and clean yourself up. I'll take care of it. Oh, thank you. But only if you sober up enough to make yourself useful. Да, это навряд ли означало, да. Ладно, вперед. Сбить торговца и забрать документ на корабль. Запретное? А что запретное? Так, тихо. Ребятки. Мне всего лишь что надо избить его. Побежал. Блять. Вот как вот после этого не ругаться? Так. Где мои клинки уже? Да я нажал именно! Так. Все, убегаем, он задрал. Именно избить надо или убить? Так.
Куда ж ты идешь, что мой друг? Stop! What do you want? The ship you bought with the generosity of Capitán Dominguez? You won't be needing it anymore. I... very well. Ну как? Ну почему? Почему это со мной происходит, а? Ладно, давайте теперь нормально пройдем. Ну что это такое? О, заебали, а? Хныкать. Хватит. Ради бога. Так. Вот этих давайте сразу замочим. Ну а что с ними делать? Так, оружие, кулачки берем. Very well. Stop! What do you want? The ship you bought with the generosity of Capitán Dominguez? You won't be needing it anymore. I. Very well. Все? Ну вот это уже другое дело. Ну так и надо было проходить. I have retrieved the man's ship. You may use it now. Oh, thank you. Now you are in my protection. You will repay this kindness by working for me. If that is my only option, I accept. I mean, it would be my great honor, my sweet and gentle angel. Так, все? Ну ладно. Выполнили доп. Задание. Срывайте. Сразу нас палит, смотрите-ка. Как только мы забрались, да, уже скачем. Действительно, служанка скачет. По-моему, это как-то странно. Тихо. Блин, не надо их убивать, а я что-то... Хотя не должны дать. Да, не дали нам русского, потому что... Ну, а кто видел-то? Ну, вдруг автоматом. Дают, тогда хреново будет. Комплект дымовых бомб, нет места. Сумка с патронами, нет места. Вот это крысы, а! По воздуху перемещаются. До чего дошли-то, а? Наглые девки. Мало того, что пульсируют своими маленькими носиками. Так еще, блин... Начали. Так, на всякий случай. Это возьмем прикрытие, как бы. Так еще и по воздуху умеют они передвигаться. Ё-моё. А, тут не надо. Что-то зря я тревожился. Так. А, в дельту. Ну, точно. Так, узнав, что ее наставника, скрывающего на болоте, хотят заманить в ловушку, Авелина отправилась туда, решив вернуть доверие Агетте, не желая бросать братство. Так, ну что ж, с возвращением на болото. Блин, ненавижу я болото. Так, а нас, смотрите, как подозревают. Нам нужно, чтобы нас купили. 700, офигеть. Так, как бы нам... Знаете, сейчас посмотрим. Вот это что за... Так, каноэ, я думал, это что за швабры какие-то? Давай, Авелинка. Ну, тут мы спокойно можем и так пройти. Чуть-чуть, правда, намочив одежду, но ничего. Вперед. Сейчас самое главное нам Агетте этот спасти нашего наставника. То придем, его уже нету. Оказывается, мы всех уже предали. Получается. Вот сквозь. Вот почему именно нам не попадаются эти яйца? Тут-то мы убивали уже аллигатора, я помню. В других местах хрен найдешь. Сколько мы уже шли, нигде нет. Так, стой! Яйца. Неудача за неудачей, а? Не везет нам.
Офигеть, вот это грибочки, а? Охренеть. Вот это грибочки размеров, я не знаю, блин. Какие-то эти. Так, где-то здесь наш наставничек. Мы через это пойдем. Так, тихо, куда ж ты? Вот другое дело. Так, чё-то его, походу, нет дома-то. У меня такое предчувствие. Найдите Агетте за одну минуту? За одну минуту? А где он? Штуч. А, вот. Так, вижу слитки его. Я промолчу, как это получилось. Видимо, у нас какая-то есть духовная связь с Агетте. Так его только что не было там, вы чё? Who are you? You look like a faithful student I had once. Long ago. She no longer exists. Mentor, I know you have doubted me. But please. My absence has not been in vain. Look what I found. You should have left it where it lay. Do you have any idea of its purpose or power? I was hoping you could enlighten. Had you not insisted on dredging it up, no one would need to know. Remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into powder. Plant it under an alligator nest. Let me never lay eyes on it again. Very well. Вот так вот. I had thought you would accept it as confirmation of my loyalty. My... Someone told me you were looking for it. You should not allow gossip to infect your mind. Now be gone. Not before I warn you, Mentor. You are not safe here. Have I not been telling you this for years? Useless child. This threat is new and very real. A man, Vasquez. I am aware. He bribes Spanish troops, but I already have plans to outwit them. I will use their superstition against them. Let me help. I know I cannot stop you. You will see. My loyalty is real. Very well. Listen closely. See if you can follow this plan. I have planted signs, which our dear European friends find terrifying. If you are able to follow the instructions, you may tail them from sign to sign, and eliminate them silently, giving the appearance of a voodoo curse. Boo! And then? A curse may frighten them, but will it be enough to stop the flow of new recruits? More questions. I thought you were here to help. Ah, silence at last. Go now before you spoil this moment. Да уж. Так, найдите Агетте. Ну, вперед. Да. То говорили, что он ищет эти амулеты, то. Хотя вот он просто, скорее всего, сейчас... Так. А, точно, тут же можно купить что-нибудь. Тик-тик-тик, карманные часы, непонятно зачем. Сколько? 10 000. Я вот фигею. Не-не-не, боеприпасы мне сейчас нужны. Стоп. Боеприпасы мне сейчас нужны. Так, 10 из 10. Или что, не нужны, что ли? А как, почему я тогда думал, что нужны? Забыл, что ли? Спокойно, я не буду тебя обижать. Ты что? Мне ж нужны провизии. Так, найдите Агетте. За одну минуту, я понял, хватит. Очень хорошая подсказка, но... Точнее... За... Ну, чё, не можем пройти, что ли? Конечно, надо пойти. Вперёд. Ну, что-то забаговалось, походу. Так, нам туда. Наверх.
Если что, конечно, из трубок будем убивать их. Оп. Странно, что Авелина даже не послушала свою мать. Она же сказала, что типа ни в коем случае не давать. No, it's... Oh. How childish can you be? It is nothing. What are you doing? What do you think? I'm removing it. You can't. We'll be cursed. Oh, we'll be cursed. Truly, I'm terrified. А что там такое-то? Что-то я просто с этого расстояния ни хрена увидишь, что. Так, теперь убить надо. Так. Естественно, из дротиков. It's true. Move out. It's not safe here. Незаметно следовать за патрулем, понял? Ну идите, вы чё? Что встали? Наконец побежали. Так. Так, давай. Есть. Ну как вот они так отстают, а? Это мне не на руку. Давайте догоняйте быстрее, ублюдки. Сейчас еще один знак. Так. Хотите сказать, что сейчас они его тоже начнут убирать? Их ничему не научили? Вот это сейчас... Морвуду! Так, отойдем чуть-чуть. Дезертер! Come back! I will have you court-martialed! Ну-ка, он убьет его. Промахнул. Keep moving, man! And this time keep your eyes open and wits about you. May God watch over us. Я просто офигеваю, как мушкет так далеко берет. Вот если бы я, конечно, стрельнул, полюбасу бы промахнулся. Там какой разброс-то, блин. Они-то нет. Конечно. Точно в цель, снайпера вы хреновые. Так, пойдем так. В реальной жизни мы давно уже все это пропалили. Ну, это игра. Так, еще там вуду будет сейчас. Только вот нам как тут... тут же нет ничего больше. Ну, имеется в виду деревьев. Дальше нам куда? Молчат, заразы. Ничего больше не говорят. Run! Так, давайте еще одного... Напоследок прибьем. Нет, нельзя. Все. Убегают. Ну, погнали. Сейчас по любасу Агате скажут, типа, ну ладно, ты справилась. Да, мне действительно нужен этот амулет. Вот по любасу такие будут слова у него. Ну как она так, блин? Мне кажется, все-таки надо мать послушать. Че вот она говорила? Типа, ни в коем случае не отдавать этот амулет АГ, но... Не знаю даже. Поживем увидим. Так, опа, что там такое? Может, яички аллигатора? А, нет, это обычная страница. Кстати, давно мы страницы не читали. Ну, давайте, что ли, прочитаем, только сейчас, секунду. Грабитель ты наш. Все, другое дело.
другой разговор. Давайте почитаем все-таки странички, которые находим. Так, сумка с вещами, ну-ка, предметы. Монеты ассасинов, куклы вуду, яйца аллигатора, статуэтки майя. Инструменты. Ничего себе, чего у нас только нет. Оружие. Страница дневника. Так, первую мы читали, седьмую не читали. Надо кому-то признаться, поэтому пишу сюда. Когда ушел, я кое-что у него забрала. То, что нужно браться. То, ради чего они готовы убить. Я не знаю, почему это так важно, но я боюсь, что А и Б и М поймут, что это я. Но уже слишком поздно. Даже если они убьют меня, это они не найдут. Девятое. На аукционе мне оттягивали губы и смотрели зубы. Поднимали мои юбки и щупали ноги. Я пел и рассказывал, как стирать лен. Некоторым не нравилось, как я говорю. Тогда стал говорить, будто ничего не учил. Я никому не нужна, я боюсь, наконец-то. Месье ДГ, он тихий, не смотрит на меня. Госпожа говорит, что отвезет меня. Сегодня на рынке торгуют с рыбой и задал мне очень странный вопрос. Похоже, что жена слышала от жена пекаря, что мадемуазель ДЛ танцевала с... Например, Марти, я сказал ему, что наверняка вели в заблужденные маски. Жалко только инициалы. Так, 27 и 28 мы читали. 23-ю мадам общается с женами многих торговцев, когда всегда... И что рассказывает Фуршем? Пытается... Так, понятно. 28-ю мы читали. 30-я. Сегодня устает от моих оправданий. Выгонять меня с работы из общины. Я буду искать, где спрятаться. Пока... Он и порту сбежать не научится. Эти люди все знают и все видят. Так, ну, в принципе, ничего пока не ясно. Ничего. Будь у нас больше страниц, по-любасу. Так, мои дорогие. Помните хоть меня-то? Bonjour, smugglers! Evelyn! It's been a long while. Too long. Listen. Have you noticed any unusual activity on the bayou? Other than ours, you mean? We have been noticing rather a lot of men in Spanish uniforms. Although I would question both their manhood and their allegiance. They've been bribed by a man named Vasquez. He works for the... Vasquez? Sacre bleu, I know his name. I heard soldiers talking. He plans to divert a supply ship tomorrow. Unless we divert it first. I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how she thinks. I'm in the mood for a diversion myself. If I may make a suggestion. The lighthouse on Lake Pontchartrain. If you tamper with it, perhaps that ship may never reach her berth. Roussillon, I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how he thinks. Передразнивает. Так, ну что ж, вывести из строя маяк, никого не убивайте и не плавайте. Окей. Попробуем, но ничего не обещаю. Попробуем. Так. Блин, уже палят, да что ж такое-то. Вот молодец, вот это хороший человек, сразу отвернулся. Нет. Ни хрена не отвернул. А вот теперь, да. Так, вперед. Попробуем, но не обещаю. Синхронизация это. Так, вывести из строя маяк в форте. Тихо, блин. Давай. Есть. Так. Можем... Опа, вот это зря я туда пошел. Туда нам точно не следовало бы идти. Так, ага, вот еще один, двое. Так, плавать нельзя, да? Нельзя плавать. Ай, главный вход для нас закрыт. Давайте посмотрим, что там у нас. А, вот нам же просто надо на маяк же попасть, да? Так, тихо.
Мужик какой-то. Надо в кусты. Хотя... Ну-ка, ну-ка, а мне интересно, он спалит нас? Как вы видите, этот значок. Ну-ка. Мужик, смотри. Плювас спалит. Да. Это стелс, детка. Ага, понял как. Погнали. Это легко. Слава богу. Главное, чтобы не пропалили. Видите, там эти идут. Караул. О, тут обогнуть надо, да? Да. Так бы не получилось. Просто пройти. Так, все. На лестничку быстренько, быстренько. Тихо, тихо. Да. Лестница для дураков. Да, Вилина? Да нет. Наоборот, для умных. Опа. Опа, ты меня не видел? Мужик, мужик, ты чё? Ты меня не видел? Я просто охреневаю. Стелс тут, походу, в три раза лучше, чем в четвёрке и в третьей части. Может, он за свою подумал, принял. Всё-таки у нас треуголка. Ну и чё, вот как мне его не убивать? Как? Видите, он палит-то как? То ли... А, во. Вот сейчас отвернулся он. Есть идейка. Смотрите, какая. Ах, нет, все равно палит. Я хотел так круг лизануть. Ну-ка, можно ли? Нет, нельзя. Не, никак нельзя. Видите, как он наблюдает за нами. Так. Дымовые бомбы могу. Ну, думаю, что нас обнаружат. О. Профит. Фига себе, денюжек-то. Здорово. Теперь разбиваться будут кораблики. Ну все, мы выполнили. Никого не убивайте, не плавайте. Шикарно. Конечно, после таких дополнительных заданий есть. Есть такой, такая, как будто маленькая победа. Как будто, да, мы смогли. Но это все-таки, мне кажется, дрочество. Хороший грабеж, да? Хорошо, встретись с Элизой в условленном месте. Ладно, погнали. Нифига себе! Да что так далеко-то, а? Ребята. Вот это, конечно, занудно, раздражающе. Туда-сюда идти. Мне это, например, не нравится. Сразу бы делали, что ли, перемещение это. Хотя мы так бы не насладились всей этой природой, этим болотом. Конечно. Ну, все-таки молодцы, Ubisoft. Рисовали, старались. Молодцы, молодцы они. Конечно, мы должны были оценить все это. Вот это, допустим, ручеек маленький. Вот это тут еле протиск. Протискнешься. Я, блин, не могу даже выговорить.
какую ты будешь делать? Вроде на месте, да? Да. Все, вперед. Элиза, are your men ready? Ready? They can barely contain themselves. Please, help me do something about those guards before our men rush the ship and get shot full of oil. Что ж там такое-то, что вы аж хотите ломануться? Бить испанских с... Лиза. Спокойно. Ну, смотрите, подходим к нему. Да не так же, ну, Элиз. Какая в жопу Элизабет? Элизабет. Эвелина. Уже начинаю забывать. Ё-ё-ё. А почему автоматически-то в бой? Нет, не так надо. Отнести два ящика. Сидите, контролируйте, пока те перевозят груз. Ладно. Ну, все по одному ящику берем, и все. Пойди-ка сейчас нападут, да? Вот как мы сейчас положим. Ну, как бы три ящика, нет? А вот. А вот и солдаты наши. О, другое дело. Отлично, пошло на вас все. Спокойно. Так, отлично. Следующие ящики понесли. Ну, как их брать? Блин, зачем мы работаем? Мне вспоминается сразу «Мафия 2», где мы там за Вита сколько-то ящиков приносили. Ну, давай, бери. Сейчас быстренько перенесем это и... Ну, бери, 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 бери! Эвелина, вон, уже идут враги. Так. Все. Два ящика отнесли мы. Тихо, тихо, тихо. Вот сейчас... Тихо. Так, понятно. Это громила наш. А, нет. Одного, по-моему, убили, да? Или нет? Удалить оставшихся солдат. А, вон они. Как бы стоп, стоп, стоп. Так, дымовые бомбы. Идите сюда. Так. Этого мочим. Потом этого. Пока они там в себя приходят. Ладно, такой крутой, думаешь? Ну, окей. А вот так? Полезай в лодочку. Wow, Avelin, that was spectacular. I'm only sorry Vasquez wasn't on board. No, no. I wouldn't be too sorry just yet. Perhaps this will be of help. Чёртовы чайки там ещё. Гагучат. И что за письмецо? Хотя бы прочти мне. Известно всем СК, найди чиновника. Не, ну это легко. Так, в документах, найденных на борту испанского корабля, был приказ отправиться в Чичен-Ицу. И Чичен-Ицу. Чичен-Ицу? Окей. И захватить место раскопок. Опасаясь за жизнь матери и, возможно, надеясь найти вторую часть диска пророчества, Велина возвращается в Чичен-Ицу. Или Чичен-Ицу, я не знаю.